Наш добрый телеканал ТВ, Михалыч, о доброй погоде на 27 февраля. Всем, кто нас смотрит, доброй погоды в вашем доме, дорогие наши. В республике местами небольшой снег, ветер северо-западный 5-10, местами до 15 метров в секунду, поземка. Температура воздуха северные районы, это Баунт-Муйский, ночью минус 29-35, днем минус 12-17. Центральные районы Хоринский и Кижингинский ночью минус 19-24 потеплее, а днем минус 5-10. Южные районы Кяхта-Джида ночью минус 17-22, все-таки юг, а днем минус 4-9. Наша любимая столица. Без существенных осадков, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Минимальная температура ночью минус 20, а максимальная днем минус 6, что радует. Атмосферное давление будет расти и вечером составит 726 миллиметров ртутного столба. Человек, которому повезло, это человек, который делал то, что другие только собирались сделать. Не откладывайте в дальний ящик. Пусть вам повезет во всех ваших делах, но только в добрых, чего вам желает АТВ и Михалыч. Будьте здоровы!